OMTV.ua про головне. На данный момент ракеты JASSM интегрированы исключительно в самолеты F-16, но усилия по адаптации ракеты к советским истребителям также ведутся. Короче, магнит. Затем утки ходят, чеканаты на. Это Курская область бывшей России, та ее часть, которая еще не освобождена вооруженными силами Украины. В данный момент она пока что еще подконтрольна полку «Ахмат» и другим российским бандформированиям, типа ВС РФ. Местные жители массово жалуются на то, что их односельчане и российские военные, воспользовавшись ситуацией, занимаются беспредельным мародерством. Проявляются сразу и скрепность, и духовность. Инночка, это пиздец. Нас тоже взломали. Сняли одну решетку, взломали дверь. Вторая дверь. Короче, это полная жопа. Сердце кровью обливается. Нет, нет сил смотреть на все это. Это пиздец. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Российские власти запустили новую программу, которая к 2030 году, как говорится в ее описании, должна сохранить 175 тысяч жизней россиян. Журналисты проекта «Система» и издания «Медуза» описали, как стареющие российские чиновники придумали эту программу и какое отношение к ней имеет близкое окружение Владимира Путина. Собеседник авторов этого текста в одной из столичных больниц иронично назвал эту инициативу, я процитирую, «причудами стареющего политбюро». Официальные российские СМИ сообщали во время запуска программы, что увеличивать продолжительность жизни российских граждан будут за счет новых технологий и инновационных продуктов. Лоббистом этого проекта называют физика Михаила Ковальчука, которого вы видите сейчас на экране, ближайшего друга Владимира Путина, который, как утверждается, бредит идеей вечной жизни. В начале июня этого года российский Минздрав потребовал от российских НИИ срочно представить наработки по борьбе со старением. Хотя, как утверждают источники журналистов, среди исследователей они до сих пор не отправили и вряд ли смогут послать в ближайшее время что-то значимое. В программе речь идет широко о старении россиян в целом. 175 тысяч человеческих жизней должна сохранить и продлить эта программа к 2030 году. Но как-то закрадывается подозрение, что речь, в общем-то, идет об одной конкретной жизни, ну или, во всяком случае, о каком-то очень близком окружении Кремля. Есть ли предчувствие у вас, у ваших коллег, что действительно это такой кремлевский заказ с очень конкретной целью? Да, такое ощущение возникает. Если мы говорим вот об этом документе, который отыскала Светлана Рейтер, и наличие которого мы подтвердили, да, это некий запрос Министерства здравоохранения разным клиникам о том, ну, грубо говоря, а чего вы, ребята, делаете по поводу старения, по поводу артритов, замены органов, генетических методов лечения рака и так далее. Да? Ну, то есть понятно, что речь идет о неком гипотетическом старике, которому хочется жить долго. Да? И понятно, что, ну, поскольку ответ на любой вызов, да, там в Кремле бюрократически, соответственно, они собираются создать некую государственную программу борьбы со старением. Да? Конечно, логично предположить, что речь не идет о каких-то там 170 миллионах простых россиян, а речь идет о, ну, узком круге стариков, которым не хочется стареть. Что из этого выйдет, другой вопрос, потому что, конечно же, есть большие интересные наработки
в том, что касается старения, да, и действительно наука продвинулась очень сильно в этом смысле, да, но российская наука отключена теперь от мирового научного процесса, да, и вот про это в документе Минздрава не говорится ничего. Там никто не спрашивает российских ученых, а вы вообще можете работать без контакта с внешним миром? Да? На самом деле ответ нет. На самом деле, если с этими учеными поговорить, то они вам расскажут, как им трудно работать при том, что их там немецкие партнеры, американские партнеры не работают с ними больше, и им приходится отыскивать каких-то партнеров в Китае, насколько это ненадежно, насколько это непонятно и так далее. И уж тем более никто не расскажет вам, какое огромное количество шарлатанов в России, заслышав про то, что такой проект есть, немедленно побежали в Министерство здравоохранения со словами типа «У нас тоже есть волшебное средство доктора Вовху, которое, значит, спасает от старости». В этой истории, кажется, важное место занимает Михаил Ковальчук, один из близких друзей российского президента. Один из ваших собеседников рассказал, это Миша Ковальчук, который бредит вечной жизнью, добежал до президента. Но кажется, что часть его идей какие-то совершенно фантастические. Этот человек выглядит тем, кто как раз может купиться на такие предложения, о которых вы только что упомянули, из рода фантастики и утопии. Ну, не знаю, Ковальчук ли или не Ковальчук все это выдумал. Эта идея бессмертия, бесконечно долгой жизни Мафусаилова века, она вертится в российской, значит, элите много-много лет. Я помню еще лет 20 назад, когда я писал книжку про Рублевку, уже тогда были какие-то смутные такие истории про стволовые клетки, про каких-то удивительных врачей, про какую-то ядерную томографию, которая может не только... Ну, в общем, вот это вот такая совсем непонятная, полная слухов история про то, что вот скоро врачи будут нам заменять органы, прям можно будет... Ну, плохой орган вынул, хороший орган вставил, и опять молодой, да? Эта идея владеет умами, надо сказать, любых властителей, да? Если мы заглянем с вами куда-нибудь в Средневековье, да, то мы тоже увидим каких-нибудь королей, которые вызывали каких-нибудь алхимиков и искали какой-нибудь, так сказать, эликсир вечной молодости. Ничего нового тут нет. Насколько Владимир Путин привязан к этой идее вечной жизни и, в общем, такого нестареющего человеческого организма, на ваш взгляд, в расследованиях других журналистских проектов говорилось о том, как российский президент где-то на Алтае в своей резиденции принимает кровяные ванны, которые должны омолодить его организм. И кажется, в общем-то, по этим сообщениям, что он является адептом подобных идей. Ну, конечно, он является, как, впрочем, ну, давайте скажем, честно, да, любой стареющий человек надеется на то, что изобретут некоторую таблетку или какой-то способ, который ему поможет. Вы, может быть, еще про это не думаете, но я уже думаю. Мне бы уже хотелось чего-нибудь такого. Это нормальное человеческое желание, да. Да, слухи про эти ванны из крови моралов на Алтае, конечно, ходят, да, но я своими глазами видел, как Владимир Путин уже 10 лет назад или даже больше открывал в Москве детский гематологический центр, и как он был заинтересован в этом. Это не показалось мне интересом к новым технологиям, излечивающим детей от рака. Это показалось мне личным интересом, ну, потому что
гематология, да, это стволовые клетки, вот те самые клетки, которые омолаживают организм, те самые клетки, которые обновляют нас. И мне тогда, я был вот на этой церемонии открытия этой больницы, и мне показалось, что я вижу его личный интерес такой, что он вот смотрит на этих врачей, типа, ну, ребята, ну вы уже открыли там что-нибудь прорывное, да, и при том, что они открыли много чего прорывного, но эти прорывы касались лечения детского рака, а не... Предпоставка ракет Вашингтон снимет ограничения на удары по территории всей страны.